Символическое изображение называется Шахид-Минар. Памятник установлен студентам, которые 21 февраля 1952 года вышли на массовый протест против того, что в то время режим Пакистана, который контролировал территорию Бангладеш, хотел назначить язык урду государственным языком Бангладеш. Но так как язык Бангладеш это бенгальский, студенты и много молодежи вышло на протест против такого закона. И этот протест был жестоко подавлен. Но все-таки языком Бангладеш остался бенгальский. И с тех пор 21 февраля во всем мире назначен днем родного языка. И именно благодаря вот этим студентам из Бангладеш, которые защищали свой родной бенгальский язык от иностранных захватчиков, чтобы он навсегда остался государственным языком их страны.